У нас выбора нету. И алкалон еще, да? Что еще? Алкалон. Не, у нас ключей нету ни у кого здесь. Здесь все на твинах. Так, подожди, у кого-то есть, чтобы зайти и открыть? Ну, у меня КД на Павле. Давайте Донту наберем. Он откроет и уйдет. А у Донта на ханте, кстати, есть ключ, да. Угу, а он на ДК был, по-моему. Не, он был на Шаме. Mm-hmm. Ну, типа, у него хант без КД, можно, да, открыть алголон. Ну, смысла я особо не вижу. По-моему, не такой сильный рейд. Мы Фрейю в КМ с трудом убили. Сильнейший. Не, ну для пука рейда вроде неплохо. Сколько уже? Две ХМ-ки убили. Какие две? Четыре? Четыре ХМ-ки убили. Опять четвертая. Ну, и Хадира я не считаю, блядь. Ну, что вы делаете? Кто вот этот? Лохарбар. Вы видели, кто это делал? Нет. Да ты делал. Блядь, это... Это сука Гудвин сделал. Это и сам сдох. Это было бы очень тупо с его стороны. Видите, не резать, я ему ножик в сраку засунул. А чё вы там подаёте, чё раздаёте? А что там, кстати, груда... Блядь, я проебал что-то. Ой, там. Давай этот. О, грудаки, да? Сейчас я порол кину. Давай этот... Нет, давай, да, штаны. Мне штаны нужны будут, сейчас я, блядь, что-то я проебал. Где? О, где? Второе порол с тобой я и ты, получается. Там, где... Жрите рыбу, жрите быстрее. Иксай, дай, пожалуйста, монаху. А где штаны на этот? Всё, флудите, блядь, сука, из вас ролл проебал. Люблю, целую, обнимаю. Ксай, скинешь штаны монаху, я строил? Я просто не видел, что я кинул на ролл. Второй где? Фласку перепили, масло перемазали, и давайте дальше продолжать. А где вторые штаны? На ханту. Кулак, пожалуйста, на ханту. По всем кулак. Короче. Пожалуйста, можно старту? Я очень давно здесь был. Ну, значит, умрёшь, скорее всего. Да. Дистанцию наберите, кастер, расценитесь по комнате все. Кстати, Гудлик, мы тебя отправим к люту, будешь там с ним кайфовать. Поставьте этот тотем на хаст в центр. Психохолик, это пиздец. Беги, малышка, беги! Да самое, лишишь его следующего лута, потому что мне не даешь штаны. Я их свалил. Да, ты уверен, что он в DC? Так это ему двое штанов скинул или как? Нет, вторые. А где вторые штаны, я не видел? Вторые Вайда. А, Вайда? А ладно, успокойся, я... Он говорит, что ты не кидаешь, не кидал обмен ему. А. Все вокруг разбежались, слишком далеко не стойте от босса. Мне роговские штаны интересуют. Со стороны кнопки кто-нибудь встаньте. Я встал. Я за твоей спиной, не уходи. С тобой. Может, бичей дать для ДПС? Нелла, ты где? Там этот. Где Нелла? Где Нелла? Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Где портал? Где портал, где портал, где портал, блять? Кубов, ты так много флудишь. Ой, ты не Кубов, а... Невер. Извините.
малышка, беги! Слишком близко к таргету не подходить. Асаки сюда, я не вижу, пожалуйста. Ну я на перефазе, да. Я сдавал. Сейчас я сдавал. Так это обычка, тут урона нет почти. Ну вот, относительно. Так, сдал Иннермана. А как? Как эти жулики? Извините. Да я и танчик не буду. Да я и таун там до нее достаю, успокойся. Как эти жулики на Нелли и Сузи меня перегнали? Скажите, можете в них диван дать? Единственное, что этот милик, идите мобов там пиздить, не подходите. Окей. Да я их повзрываю под боссом. Просто милики, идите правильных мобов бейте. Так, блядь, знаем, что делать. Ну, серьезно. Так я знал, что делать на утюге. Да, поэтому ты нас вайпнул два раза. Я? В каком месте? Да, я смотрел, что ты нас вайпнул. Ты топ два раза в топ ДПС, алёсики. Ты видишь, надо было не дамажить, а по тактике играть. Понял. Извини. Десять. Кто больше? Повесьте кровотечение. Милик, Милик, смотрите. По основанию, по Левиафану все заехали. За спину все, за спину. Калюту отправил. Только не туда. Я сыграю вниз. Ёб твою мать, он бавалу пробивает. Да, ты не знал? Нет. ГП. Середину. 0-6-10 секунды. Я предлагаю Сузу кикнуть, потому что он мне мешает быть лучшим. Я уже зря одевал. Он ТМК дает, алё, блядь. Ой, пацаны, я украл плащ. Я украл. А, да, нет, Сузу оставляем. Сузу, ну просто дамаж поменьше. Ну что ты такой душный? Забери себе вещь. Вази Хантер, Настя Кисла, что там произойдет? Нет, я забрал только плащ. Кто там побежал? Смотрите, перчатки забрал ты сам. Вази Хантер, дашь Войду. А ты Настя Кисла кинешь в ГБ плащик на продажу. А, это на продажу? Да, я заметил. Да. Ну я отдал его Войду, он тебе потом передаст. Хорошо. Сузу, души розовый, он 24 души. Роз, ты ж Гудлику скинул. Ну я звездочку вроде скидывал. Да нет, Гудлику скинул. Пускай Гудлик ложит. Ребята, куда ТП? Валившись галерея.
Да ладно, ты не успел. О, проходка же, бля, все, да? Заебок, можно. Все, мана сливает. Все. Пойду я карву фарми, слушай. Куда ты поделась? Повалившись в галерею. Точно? Жизнь, в оранжерею жизни. Да, спасибо. Ой, слушай, я пойду со всеми поговорю с пацанами, чтобы они нам помогли. Давай. Кебаб, брат, пуляй. А чё трёх? Мы четыре тебя выбьем, да, ещё будет четвёртый. Да четыре, мы все, я всех иду вызывать. Я не тебе говорю, Алёна. Я говорю, мы четыре выбьем осколка этому. Войду. Бля, тут же с Мимирона ты как хуя нападает, да? Блядь. Это Логалону идти, блядь, искать, наверное. 25-ку проще. Да Бьёрн, какой Бьёрн? Он часто собирает этот десятку. Ну там много кто хочет. Мне если пожарного сделать, у меня тоже ключ будет. Да блин, а я не знаю, у меня есть. Я знаю, что изи, но я просто. Ну, вот таргет поменяй, пожалуйста. Я самый последний. На стекице тоже пойду свапнуть здесь таргет. Вообще-то я бью того, ну, изначально, посмотри. Я вижу. А, ты типа. Так я этот, я по хп бью, понял? Так что давай, или сальву меня кинь, или старайся лучше. Я просто ключ. Я, короче, ключ полутал самый последний, и просто уже все перестали, типа, ну, в силу ненадобности на этого ходить. Слышишь, то самое, хилы наши стоят под миликами или в РД-зоне? А где, на Везаксе? Но. Не, они тоже стоят в лужах. А зачем? Там от хил урезан на 75%. Да? Ну, правильно, и монокост так же само. А, не проще автоатакой бить по резку, постоянно ману резать? Не? Мне просто говорили, что лужи стоят. Да, в лужках. Ты будешь оверхилить даже флешкой. Ладно, как хотите, но все равно Везакс убьет, если тихо, люди не будут тупить. По левой стороне. Зачем? По левой стороне, вдоль стены. Меня больше пугает, типа, на Везаксе метка безликого, потому что, ну, она же действительно вот единственная штука, которая нас свайпнет. Четыре на пула будет изи. Фишка в том, что это... Ну, посмотри, сколько у тебя сальв. Ты сейчас паладинов объясни, что такое сальв, и заставь их вытащить на панельке. Всем. Коли ветки. Это пипетюню дает. Черная тарелка с золотой окантовкой и золотыми ручками посередине, сложенными в ладошке. Кубу она прям посередине. Да, давай. Мне нравится, как Гудлик написал, типа, это название еще, которое откуда-то выбрано из какой-то другой ММО, видимо. Это группа такая. Понял. Покаяние. Могу сап. Я сапну. Да я сапну урогой. Понял. Я забыл сказать, я не буду контролить стража, потому что это не нужно. Ну, я... Мне в левом поколении, да? Okay. Я ему кику костю пироманту, если чё. Ну, я сало. Ему не дать депитанс.
Да ну, не баньте Елену, ребят. Пиромант, вот ромбик, а. Страж заэвейдился. Ну, это я его заэвейдился, потому что я стоял наверху. Блин, печеньку урипните вниз. Ну и ладно, или звездочку. А, дайте репинс или что-нибудь. Так, я предлагаю хотя бы второй пак убить, а то... Да я вообще думаю, надо фул почистить. Потому что, мне кажется, FP Grade вот будет тесно здесь. Ну я по вихрю. Фига, репитерсом сбили. Прикольно. Блинк. Да нет, этот блинковался, короче, моб. Репит... Да играйте ледяного мага. Чё вы его? Прикольно. Жаба блинкуется. Чё? Не, ну а чё он? Только что репитерс сбил ему скачок, так что у меня сейчас КД. Я сейчас прикололся. Я сейчас прикололся, у вас 5 РЛов в одном рейде. Не, я молчу. А я думаю, что такое шум у вас иногда вот. Да. Войт вроде ведет, а я сейчас посчитал 5 РЛ, что дом-то не хватает 6. А где ты РЛов насчитал? Ну, я себе за РЛ не считаю, сразу говорю. Да, я тоже Невера за РЛ не считаю. Да не, он хотел сказать 5 пиздоболов. Вот это тоже похоже. У нас один РЛ. Можно. ДК, я прошу, не гриппа его. Только я должен контролить, все. Толпочка. А массакру дайте, массакру. Сейчас он выхил вас. Что у нас? Типа массакра дается в сало. Что? Что? Массакра дает в сало и под сало. Я не сплю. Сыка, я кубу. Что? Так я его просил массакру, он мне дал. А, я не знаю. Массакру, алё, кто стрим смотрит, блядь, может доказать. Да, я почему смотрю. У меня не отображается? Ну хуй знает. Понятно. Ну ладно. Ну да, типа, да, спишем это на сову, типа, на то, что у меня тут ничего не настроено. Ой, тут как плечи. Так легко списать на сову всегда. Где, ну, слушай, что они есть. Не залили? Что там за наплечники? Какое говно. А горняк есть хоть у вас, нет? Нет. До труда. А я потом продам КД с убитым Везексом и несобранной рудой. За 500 голды. Ну, только у меня есть горняк. Да нет. Не, мы про нашу ги спрашивали просто. Я на Варе, кстати, не вышел, когда можно повеситься.
А тебя там горка осуждает? Да. Ну так а хули? Там хп, блядь. Сразу с тремя брохами, а тут сам с горной. Что ты? Вам про что говорил? Я говорю, ты сам собираешь тремя профами, а сам собирательный проф. Бля, осуждаю. Или у тебя 4 просто? У меня 4 профи. Сейчас тебя закрыли. Я не могу его прожить. А 4 профи за что дается-то? Надо голосовать. 5% лоялки. Ой, 5 уровень лоялки. Блин, надо 5 попросить, чтобы дали. Дайте Ози Хантеру контроль. У тебя 3 профи, бро? У меня 4, нет. У меня 4, у меня... Что у меня? Кузня, Юва. Ты что, плечи достал? Страшно. И что еще? 15 секунд было лишь 2. А, инжа 4 у меня. Так, фулбро, я, ну, то самое. Ищу профы, которые апают персонажа. Вот. Горка да. Апает танк или нет? Нет. Ну да. Ну, не так, особо. Горка, если да, не танк апы, да, там уже дают. Ну так и чего тогда? Не, все, не спорю. Кому скинуть руду? Тут не спорю вообще никак. Не знаю, по-моему, на танка нужна инжа, алхимия, кожевка. Кто про руду спросили? И Юла. Нахуя инженерка? А как ты без ботинок танчишь? Ну, там с роли. Да я уже отдал. Просто, то есть ты хочешь сказать, что танку не надо кузнечка? Нет, ну, там танку горка точно нужна. Танку горка точно. Да. Еще раз повторю вопрос, кому руду скинуть? Да, ставь. Тут желающих 5 человек, как ты собираешься отвечать на этот вопрос, ну, принимать ответ на этот вопрос? Рэлу скинуть, все. Ролл киньте, да. Так, а по-моему, уже кто-то собрал руду, не находите, и ее нету. Так, я собрал. Кому отдать ее? Ну, это Артасыч. 81 выкинул Артасыч. Кубову отдать. Танку. Типа, я думал, что в ГБ скидывает. Ну, скинь в ГБ. Ну, вообще нет. В гильдиях, в которых я ходил, типа, все время все кидалось в ГБ. Можешь скинуть в ГБ. Может, да нет, на самом деле, вот, типа, гильдбанк — это такой развод. Ну, типа, ладно, если апать гильду А больше, он то не нужен. Да, блядь, фласочки — это все весело, ну, типа, намного выгоднее, чтобы у людей у каждого своя была, типа, и водить голдран и делить голду просто. Топовый никогда, вообще вариант. Никогда я не пользовался гильдбанком, поэтому... Да, знаю, конечно, типа, так постоянно, типа, ну... Те, кто ходит голдран, те, кто приносит основную массу, скорее всего, будут со своей флаской просто. А всегда вагонов Шамар. Только кормишь. Шамар. Ставьте метку. Далеко. Нормально. Джага достает, бить можно. Кто еще раз? Хабиб. Ну, Халиб. Хабибом будешь, короче. Кулак по хантам обновите, пожалуйста. Ну как на Малигосе, короче. Ты про пары еще скажешь, чтобы не били. Да.
Если пары будут рядом, мор нельзя издать. Да, да хуя. Ну ладно, давай. Можно как для дауна, пожалуйста, когда бить надо, скажите. Достаете? Кинь жагу синюю. Озихан, дай на пол. Каст. Касты сбивать. Касты сбивать надо, товарищи. Биташки. Не сбили. Сбей сейчас. Разбежались. Метко. Выбежал. Это мягко, выбежал. Разбежались. Выбежи, космон. Разбежались. На сужу сальву киньте. Сейчас я скину. Разбежались. Спину бейте, чё вы в лицо бьете? Милики. А, Суза назад. Суза, блинк. Самюка. Разбежались. Эксайт уже по мане сел. Собью следующий каст. Разбежались. Я следующий возьму. Скоро метка, ребят. Разбежались. Суза назад. Суза, блинк, изрейдит. Хорош. Да тут такое как дольше, чем 10 секунд. Разбежались. Ты чё раньше, ровно, стойте ровно в одной метке. Нам нужно сальвы по Yellow King, по Насте Кисе. Нелл, раскол. Диабл. Узи Хант, притворись. Разбежались, разбежались. И на пулы сдали все сейчас? На пулы сдали? Да, блин, притормози. Я там. Скоро в мили зоне, стоп. Разбежались. Лужи не юзаем, ничего не юзаем, мора ничего не делаем. Аккуратнее. Это мягко, да, это мягко. ДК, скорее всего, во фрост стойки, он не может стойки надамажить. Блять, да, я не знаю, как так. Разбежались, разбежались. Десять секунд. Разбежались. На пул оставьте, сейчас будет сранитовый враг. Все, стоп, стоп ДПС. Елки разбежались, елки выбежал назад. Выбежали, выбежали, выбежали. Опа. Ну с Гера я еще подниму. Разбежались, разбежались, разбежались. В лужу станьте. Домашний. На секиса. Разбежались. Вот беги. Да. Разбежались. Какого хуя, блядь? Не, мы упали. Я его отвожу там, где мы обычно стоим. Лужа у вас есть. Да не, кебаб, этот. Да. Давай. It's a trap. Ну что, а по берсе у нас сколько осталось, линканете? 30. Да хватает времени достаточно. Изи убиваем, да. Не
Ну ты как пошел, мобу начал его сразу хуярить, наверное. Да нет, ты вас убил этой. Кто-то большой убил. Его большой убил. Да каким хуем? Это слабость смертных. Можно либать, это, блядь, не игра. Это просто пошли не нахуй. Ну, Кубо, посмотри. Да, да нет, там вроде с Кубу бы никто и не срывал. Вообще. Да, он типа не срывал. Ну он его грипнул или стал. Там типа. Самый близко был Настя Киса, когда сальву дали, там Ози был, но Ози бы скинул. Спокойно. Ну, да. Все нормально. Короче, чё фишка, нужно чуть-чуть лучше выбегать людям, и все в целом достаточно. Да, я думаю, да. Там когда маг у вас вроде, да, не блинканулся вовремя, я смотрел, лучше пошли. Тогда уже проблемы пошли. Не, это дата мягко был, по-моему, но не на чем. Нихуя, вот не надо на дата мягко, блядь. И у меня секунды не проходило, я на портал. Я помню, просто Кубов сказал кому-то, блин, канулся. Все заблинканулся. А это Настя Киса был, Настя Киса. Кубов сказал Настя Кисе блинкануться? Дед, ты что, таблетки не выпил? Потому что я увидел... Да нет, Суза блинканулся, он первый раз немножко там зацепил, но он нормально вышел. Все, остальное нормально все было. И... Так, не это самое, не используй большого моба, только аккуратно. Я постараюсь анонсить, но мне просто не очень удобно из-за спины на него смотреть. Единственное, ДК у вас набирает агру, конечно. Смачно. Да, парни, ДК... Дайте скажу, я извиняюсь, у меня просто кнопка микрофона, один и тот же макрос, и он переключает, получается, стойку. Я уже убрал. Я смотрю, он набирает прям вот, жестко. Прям. Да можно в разные стороны бежать. Мне просто... больше всего интересно, вы знаете вообще причину вайпа? Да. Нет. Мы упали из-за того, что в мили-зону кинулось. Ну, он только что это и сказал. Не, сейчас я не слышал конца. Поставь вот сюда метку, слышишь, поставь вот сюда метку одну, вот, где я прыгаю. И сейчас параллельно поставлю еще одну, чтобы люди знали, на какое расстояние могут отбегать. А то они прямо убегают. Ну да, плюс-минус. Чтобы да пускай бегают, куда хотят. Да нет, они просто убегают. Я вот смотрю, чувак вот так вот убежал, вот здесь стоит такой, а потом до лужи бежит обратно. Ну типа... Не знаю. Да похуй, без него захилю. Да я в соло могу тут захилить. Просто это самое. Делать себе по тактике все. Три хила достаточно, в принципе. Все, давайте, давайте. Рыба. МПП сейчас. Где еще? А, хотя нахуй тут МПП. На йоге там МПП. Диабло — это пары, которые уешить нельзя и убить не надо. Ну, нельзя убивать. Такие облачка летают. А как, подожди, то есть это поэтому, да, морг не надо давать, чисто вот. Да. И еще один вопрос, когда элементаль в одном фрейме с боссом, да, убить сразу? Да, элементаля привоз. А, все. Просто я вообще не понял, что происходило. Давай пока стан ДК, я первый, ты уже потом упал, через один блин. Жагу синюю кинул. Да лучше все одновременно всем сбивать, ты видишь? Разбежались. Больше. Стоп, флот всем. Это еще такой момент, ребята, когда элементаль, очень важно, чтобы вы разбирались, потому что у вас будет входящий урон увеличен, поэтому надо убирать очень четко. Убивать. Разбежались. Да как так? Да, сейчас метка будет. Я хотел миллион дать. Дроид вышел. Разбежались. Дроид, тебе не надо так далеко убегать. Кто тебе строго в звездочке?
вы так можете убить кого-то. Разбежались. Ну заебись, сальву, блять, сбрось агро. Суза, сбрось. Я сальву дам ему сейчас. Нет, Сузе надо сбросить, он типа там сальву не поможет. Разбежались. Халип следующий. В звездочку встаньте. Я сам не вниз. Суза. Елоки. Уза. Ага. Да нет, нет, откинуло людей. Ой, блять, а чё, почему он так делает? Понятно. Все, он теперь постоянно сюда будет кидать? Давай, я отойду в РТД-зону. Поливайте. А Милика любого отправь туда. Да я постою, разбежались. Ты самый, как его? Сандон, подними на Сикису. Yellow King там взад. Yellow... Стойте, что, куда вы разбежались? Быстрее, я встану, когда это будет. Стоп, АОЕ, вообще стоп. Не... Разбежались. Я заберу кас. Блять, Ройгер, не убью урон, блять, ну. Стоп, блять, АОЕшка, блять, пацаны, молнии свои. Цепные молнии, блять, стопаните, блять, свои, алло. Разбежались. Там не бей, блядь. Все нормально. Разбежались. Молодая вышла. Нелла, Нелла назад. Нелла? Ну... Нелла? Чего? Ну все уже. Так я взять свое. Нелли, блять, нахуй, она тем самым была, нахуй, она молодой, блять. Ну, ты что, не видишь, блять? Метка безликого, молодая, блять. Давайте нет, еще, нахуй, делайте вайп еще, сейчас порыли, блять. Аккуратно, пора. Колючий, блять. Вообще нихуя не видите, блять, метки перепутаете. Я пишу по-другому. Блять, Рос, я тебя тоже не ожидал, нахуй. Ты чё, блядь, тоже бегать не умеешь? Два раза, да куда лутать, что хуй тратишь, блядь? Откинулось. Я один раз полутал. Два раза от тебя как откинул, ты урон получил от этой метки. Не так было. Это я а полутал от метки. Один раз я полутал этого и сдох. Всё, всё. Всех любитло. Колючий, блядь, я ебу, нахуй. Всё, чё. Так, стоп, 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 это тормози. Ты закапываешься, закапываешься, не надо. Беритесь просто и все, чего. Ну, босс реально язычный, вы знаете уже тактику. Я надеюсь, мы плюс 0 делать не будем, Юга, да? Я вот рядом бегу с пачкой. Ну, ты сагрил, на тебе моб висит. Стой, Зуси, сдохни. Моб закаленный какой-то. Ну, я его сейчас на себя забрал, Зуси, стой на месте, все остальные бегите, Зуси. Какой бой висит? Есть. Не знаю, видимо, цепанул кто-то. Ну, цепанул он, Азуси его цепанул. Вот, на ком агро не было.
Ну ты единственный, кто на ком был агро, это ты. Наверное, было начали какого-то агро, я промолчал, подумал, что возможно с боссом какой-то баг. У всех бой висит или нет? У кого бой еще висит? Приз стопани пока. Сейчас еще моп обратно будет сюда идти. Что, моп отагрился, нет? Я сейчас резну вас. Лежите, блядь, не вставайте, я вас резну. Так, я это оффен-то выкинул туда. Кто еще живых остался? Так вы в куче, так вы могли, если в куче стоите, могли бы его танчить и убить его. Босс ушел? Просто бикинг мог бы встречать. Ладно, ничего не бафайте. Никто ничего не бафает, никто ничего не хилит. Все, генерала запустили. Я стою вне инста. Куда мне пойти сдохнуть? Пошли, присдохнем, блядь. Ты затянула куда-то, все, вижу. Бегит у меня. Да, не забудьте, пока бой идет еще. Да. Да, оба до кого из меня. Можно ливать, это, блядь, бой. Не игра, это просто пошли не нахуй. Все, вроде бы все. Столько времени, пиздец, ебать, нахуй. Да и не бывает багуется полюция, наверное, из ебеней каких-то. Нет, там цепанул, там просто один ходил, тот самый стражник, тот там, короче, который по бокам стоял. Все, я пошел. Ну, да, бывает. Это прошлое КД, блядь, с какого-то это, стоим, просто так все, и оп, откуда-то ему прибивает. Прошлое КД тоже такое было. Мне кажется, просто оттуда кто-то бежал с той стороны и цепанул этого мобова сюда, это все. Бля, я думал, сейчас Ринка с Эликса будет. Мы его убьем. Ну. Для кастеров. Для кастеров. Хотя наши кастеры все наши, по-моему. Вот для этого мягко, Дрогер.
Маг и ловкий. Все, ну, в принципе, да, кастеры наши все можем там между нами взрываться. Да, выпадет вроде бы. А чем тут ебемся? На хапал здесь ничего не падает. А хотя я P5 потом раскину. Да, ладно, против сейчас. На всякий сапсафер бы, пожалуйста. Закончилось? Ну, обычно работа ты не терпит. Да. Да, ты не мутал, наверное. Нет, я... Сейчас я замутаю туда. Размутаю, точнее. А кто мут раздал, кстати, я не понял. Кубоп ты? Так, блядь, а нахуй ты всем дал, блин? Половину людей, не, ну, только тут Невер и Рост только победили. Я уже убрался. Сейчас. Сейчас, подожди, я поем, я муту убирал. На полы. Побежали. Обратно вернулись. Чё так долго, молодая? Побежали. Обратно вернулись. Каст. Очень близко, босс. Пару шажов, ага. Метка безликого, готовимся, смотрим на конкрет. Побежали, побежали. Нелло выбежал с рейда, Нелло с рейда. Все в звездочку, прям в тютельку, в тютельку. Выбежали. По Насте Хиси саду выдаю. Ну чё ты дрос, блядь, ты пять нахуй, ну лутаешь такую хуйню. Заебал уже, блядь. Это место сальдо. Выбежали, выбежали. Мне хоть докастовалось. За ДПС на волну себе. Кто-нибудь выбежали, выбежали, выбежали. Готовимся к бенцам Березвика. Молодая вышла с рейда, молодая с рейда вышла. Бегом, 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 бегом. Отрыв делай свой. Все, и стой так подальше. Выбежали. Обратно вернулись. Выбежали. Метка безликого 10 секунд. Готовимся. На ком будет крест, сразу выходите. Побежали. Мягко выбежал. Выбежали. Обратно вернулись.
Выбежали. Обратно вернулись. Я такая безликая, 5 секунд. А Зузи, дай сальву по Сузи быстро. Пытаемся. Выбежали. На всякий со среда. Мелисса рани там. Аккуратно, да, Мелики не дамажься. Выбежали. Выбежали. На пулы не сдавайте, да, сейчас сдашься. Все сейчас на пулы, готовьтесь в этого, блядь, в большого моба. Халиб выбежал с лейда. Бегом. Все стоите на месте. Выбежали все. В большого играйте и на пулы дали. Ози Хантер на пул сразу давай. Выбежали. Забежали обратно. А уешь можно, нет? Выбежали. Настя Кис опять сейчас сдохнешь. Молодая среда вышел. Ебать ты рос, нахуй, блядь. Я в шоке. Выбежали. Обратно вернулись. Готовятся сейчас. Выбежали. Бежали обратно. Выбежали. Метка безликого, готовимся сейчас. ШП вышел. Ставчик. Немножко рейд по ХП, помогите поднять. Сейчас отдам. Выбежали. Обратно в рейд вернулись. Добили большого. Все, я иду в мирзону хили танка. Там сами звучите. Блять! Побежал в мирзону нахуй. Хубоб, забирай. Халиба Боб, быстрее. Казбили. На всякий СБР у меня. Выбежали кастеры. Вышли звезды. Обратно звездочку стакнули. Спахите танка. На всякий СБР быстрее. Все, отлично. Да блять, ты че нахуй? Да не иди ты в мелизону. Мне ману резнуть надо, чтобы танка хилить, блять. Нас не хватает РДДшников. Все, все, побежал туда. Милики вышли. Я тоже выбежал туда. Кассеры стакнулись эту звезду. Выбежали, метка кассера. Да, блядь, соп лет обратно минулся. Вет обратно. Кисло обратно минулся. Выбежали. Все, добиваем босса. Ну я танка никак сейчас не хилю. Куба, подержись там, не знаю. Выбежали. Выбежали. Колбой в РД-зону. Невер в РД-зону. Халиб выбежал с рейда. Выбежали все. Так, а не раздохнулся. Да ладно, я пойду по команду повесую. Синюю жаху кинул, все, вижу. Выбежали кассеры. Обратно. Выбежали. Войт выбежал с рейда. Скинул. Выбежали все.
обратно минус. Я тоже в саку дам, если что есть. Каст, выбежали. Так у Боба не дамажит, все нормально. Ну, я его подхиливаю. Я подхиливаю, нормально. Я в мегазоне стою. Выбежали. Все, ГЦ. Типа, ты так прикольно побежал в мелизону, прям кайф. Ну, блядь, так получилось. Мне надо было танка хилить, либо я танка хилю, либо я никуда не понятно, делаю. Нужно было сказать, типа, я просто побежал бы в РДДшку. Лежите, сейчас я вас резну. У меня там ТПшка отрылась, взялась-то. Да я резну уже, блядь. Так. Все, один босс остался, ребята, терпите. Четыре сделаем. Четыре, блядь.